Сегодня прошел кадровый день во Дворце независимости. Новые должности заняли председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич. Также назначены новые заместители в ряде министерств и ведомств, согласованы другие кадровые вопросы. Ямки на дорогах столицы устранят до 1 мая. Такая задача стоит перед дорожными службами Минска, несмотря на резкую смену температурного режима и активное повреждение асфальта. С 1 февраля ремавтодоры столицы занимаются ямочным ремонтом дорог в круглосуточном режиме. Спасатели в Дятловском районе помогли обессилевшей косуле. 10 марта рыбак сообщил в отдел МЧС, что на льду местного озера тщетно пытается встать на ноги косуля. Уставшее животное скользило копытами и падало. Лед тонкий, выйти на него рыбаки не решились. Спасатели в гидрокостюмах пришли на помощь. Обессилевшую косулю вынесли на берег и отпустили в лес. В Минске проходит финальный этап турнира по теннису «Золотая ракетка». Второй республиканский командный турнир в Минском дворце тенниса продлится до 13 марта. За призы президентского спортивного клуба борются юные теннисисты в возрастной категории до 12 лет. Сильный ветер ожидается 12 марта. В пятницу облачность усилится. На большей части страны пройдут осадки от снега до дождя. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 6 градусов. По востоку страны минус 7-9. Днем будет от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу. Возможны гололедица и метель. Будьте осторожны.